Потому что, а чем ты лучше Кадырова? Да, Кадыров сдался, а ты что, нет, что ли? Ты ведь тоже сохранил свою жизнь? Или думаешь то, что ты уехал в Европу, делает тебя лучше? Бывший Грон, ассаляму алейкум. Многие реально думают, что мы все такие бараны, несмотря на то, что только с приходом Кадырова начался этот маразм. Алейкум ассаляму рахматуллахи баракату. Баракаллаху фик. Поскольку у нас сейчас, можно сказать, пик, 5 с лишним тысяч, мне кажется, самое время напомнить кое-кому о очень крупной рыбе. Я хочу еще раз, значит, обращаюсь по традиции к судьиным детям. Что там по поводу розы канцлер? Когда эта рыба уже будет поймана и передана информация об этой операции, когда она уже будет передана общественности? Что там происходит? Неужели в Германии находится кадровый офицер ФСБ, живет с моей матерью, мой брат занимается ее вопросом ее интеграции, а точнее получения ее документов, убежища, и все это, но на это нет никакой реакции. Давайте уже, давайте, дайте какую-то информацию, дайте, приведите это к какому-то логическому завершению, эту историю. Либо объявите о том, что вы солгали, что вы просто грязный поклеп опубликовали на своем канале. Томсу, а чем ты лучше Кадырова? Да, Кадыров сдался, а ты что, нет, что ли? Ты ведь тоже сохранил свою жизнь? Или думаешь то, что ты уехал в Европу, делает тебя лучше? Я думаю, эта мысль, она, наверное, слишком глубока, и мне просто не хватит, наверное, интеллекта, чтобы ее понять. Какая связь между Кадыровым и мной, и тем, что сделал он и сделал я. Наверное, через лет 15 я осознаю эту тему. Историю, объясни этим фанатикам, что все люди являются прямыми потомками Ноя, а не только мы. С чего ты это взял? Нет, прямыми потомками Ноя являемся только мы, а самым прямым и непосредственным потомком Ноя являюсь только я. Остальные немножко кривоватые все равно. Томсо, смотрю тебя с 17-го, и только тебя можно слушать в вопросах Чечни. Остальные российские эксперты несут чушь, типа дань Путина, Кадырову и так далее. Вообще, приятно, правильный выбор, смотри только меня, но только не называй меня российским экспертом. Ты здесь, я думаю, просто неправильно выразился, но я не российский эксперт. Томсо, там Киргиз с Джамбетовым целуется у Джамбетова на канале. Я видел, он что-то закинул, но смотреть его просто не было терпения. Он может одно и то же говорить минут 20, поэтому неинтересно. سأزيل سدودا